Привет, друзья! Давно не виделись, с вами снова я, Кирилл. Вернулся, решил снова начинать снимать, потому что все-таки это мое. Какие бы ни происходили плохие вещи, какие бы ни происходили у нас события, но я живу в Испании, и у меня есть яхта, и, в общем-то, жизнь, она продолжается, как бы, и вокруг меня, те люди, которые находятся вокруг меня, они украинцы и русские, есть разные люди, и они живут, и я хочу продолжать жить, и хочу радовать и себя, и вас тем, что мне, в общем-то, нравится, то есть яхтингом, ремонтами, какими-то событиями около яхты. Да и вообще, снимать видео – это мое. Поэтому мне очень хочется. Ну, точнее, снимать. Назовем это так видео, но на самом деле это блог. Вот там вы слышите на фоне, у меня тут некие шумы происходят. Да, в общем-то, те, кто наблюдал мой блог ранее, те узнают уже эту лодку. Это Жозефина, которую мы снова начинаем восстанавливать и снова начинаем делать. Я заработал здесь немножечко денег для того, чтобы можно было уже не сидеть, что называется, вообще без копейки в кармане, а заработал денег так, чтобы можно было ее уже восстанавливать полноценно, быстро и эффективно. Поэтому сейчас я вам немножечко расскажу, на каком этапе находится лодка и что мы будем продолжать делать дальше с этой лодкой, что я буду делать и как я это буду делать. То есть по шуму вы, наверное, уже слышите там какие-то шумы вокруг меня. Это значит, что работы уже какие-то идут, и это значит, что все дело уже приближается к началу конца. Ну, начало конца — это, скорее всего, начало в ремонтах. Вот, ладно, в любом случае начинаем чинить Жозефину заново, потому что 2 года эта лодка просто тупо стояла в Валенсии, в Марине, была завалена хламом. Сейчас я ее уже немножечко разгрузил и сейчас начал уже прямо вот полноценные работы. Поехали смотреть, что там на лодке у нас сделано уже и что происходит сейчас. Для начала посмотрите на палубу. Видите, вот это вот все сейчас зачищается от старой прилипшей вот этой синей наклейки, которая уже совсем-совсем старая. То есть вот идет работа по отклеиванию этой штуки, а потом будет зачищаться. Мы вот вчера попробовали, зачистили, зачищается очень хорошо все, соответственно, зачистили до пластика, потом это будет все покрываться гель-коутом и полироваться. Дальше. Соответственно, все стекла, которые есть вот эти вот по бортам, точнее по кают-компании, они сняты. С них снята, соответственно, пленка, зачищена. И скоро мы будем показывать, как мы будем их клеить на специальный герметик. Дальше. Уже все дыры, которые были по фальшборту, они загерметизированы на герметик, на сику. Поставлены вот эти вот крепежи для рейлингов. Ну и все. То есть уже не протекает, осталось только отполировать. Вот мы внутри лодки. Посмотрите, вокруг окон сейчас все оббито вот такими вот плашечками. Это все делается за один день практически. То есть ставятся плашечки на клей, либо на шурупы, в зависимости от возможностей, которые есть у лодки. Вот, видите, и на них уже будет оббиваться специальными такими фанерками, на которые будет либо наклеен ковролин, либо которые будут оббиты кожзамом, соответственно. Здесь на стенах тоже, видите, все прикреплены уже полосочки, на которые будет ставиться одна сплошная стенка, которая будет оббита кожзамом. Окно было дыра просто, мы ее уже закрыли, соответственно. Ну, то есть, как бы, снизу все, что подтекало, убрано, закрыто силиконом, все болты закрыты силиконом, тоже все делается быстро. Вот, ну и здесь поставлена вот такая вот большая лежанка. Здесь будет стоять, соответственно, стол. Пока что кухню, носовую каюту не трогаем, кормовую каюту тоже не трогаем. Вот. С этой стороны то же самое будет делаться. Сниматься будет фальшборд, то есть тут будет, соответственно, сниматься эти болты по фальшборду и делаться что-то. Вот такая вот сейчас работа происходит по лодке. Знаете, друзья, вот очень тяжело начинать после полугода отсутствия видеосъемок, после полугода, даже больше, чем полугода отсутствия работы. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, кто чем может. Я имею в виду словами, я не имею в виду никаких денег, ничего этого мне не надо, конечно же. Просто словами поддержите. И увидимся, друзья. Постараюсь снимать почаще, постараюсь снова радовать вас новыми видео, постараюсь сделать так, чтобы вам было приятно смотреть этот канал снова. С вами Кирилл, ты капитан. Увидимся!